Тоже. Весовая категория до 57 килограмм. Команда «Зенит» Брусов Сергей, отряд номер один под руководством Акипова. Уртуров Кирова, команда «Казахстана» под руководством Касымова. Весовая категория до 62 килограмм. Команда «Сибири» Попов Иван, Команда «Казахстан» Исламбай Жарас, Весовая категория до 68 килограмм. Команда «Сибири» Бабкин Константин, Команда «Казахстан» Весовая категория до 74 килограмм. Бершой Чергаз под руководством Тушина, команда «Сибирь». Команда «Казахстан» Кайрбеков Рустем под руководством Кутебаева. Весовая категория до 82 килограмм. Шабалин Владислав, «Сибирь». Вот самый крутой чувак. Сейчас он всем там зад. Влад! Влад, поприветствуй! Надо, чтобы он что-нибудь показал. Представляю участников. Красная форма. Шабалин Владислав. Команда «Сибирь». Кандидат в мастера спорта. Синий форма. Thank you.
На, получи, ублюдок. Вот это наш ладья. Давай, гаси его, гаси! Давай. Влад, давай, давай! Сейчас, Влад. Влад, давай. Давай, 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 давай! Много. Хотя, помнишь, мы когда одну станцию подъезжали, когда уже к Омску подъезжали, сказали, что это граница с Казахстаном, помнишь? А? Вот, они, наверное, с этой станции поехали в Омск. Давай! Ну, давай, бей, бей! Но они все равно по-любому больше нас ехали, да? Влад, давай! Блин, один балл тенему, давай! Давай, давай, Влад! Давай! Давай, давай! О, Влад, давай! Давай! Да, ладно.